Тогда, в июне в 41-м, горели села, города, когда с войной на нашу землю пришла фашистская орда. Эти строки отзываются болью в сердцах каждого. На этой неделе мы вспоминали важную дату и чтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Чем еще запомнились эти дни, расскажу я, Каролина Прокофьева. Это «Минский курьер». Здравствуйте! Молодежь Минска не забудет 22 июня, день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В преддверии этой даты БРСМ провел митинг «Реквием. Беларусь помнит». Наша главная задача, чтобы молодежь чтила память наших предков, наших победителей, которые подарили для нас свободу, чтобы человек вспоминал и никогда больше не повторил того, что было ранее. Каждого третьего задела данная война, и я считаю, что эту тему никогда не стоит отпускать. Сотни молодых людей почтили память героев войны. После минуты молчания участники зажгли более 4000 лампадок. Очень памятная дата, ее нужно чтить, и я, как будущий педагог, просто обязан передать наследие своих предков и прадедов. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. А на рассвете 22 июня 2022 года прошла памятная церемония у Монумента Победы. Белоруссия ценит и помнит то, что сделали наши предки 80 с лишним лет назад. К сожалению, сегодня многие политики, геостратеги пытаются перекроить мир, пытаются перевернуть с ног на голову историю, очернить то, что сделали наши предки, перечеркнуть те заслуги, которые в свое время сделала Красная Армия по освобождению всех в Европе, большинства в Европе от коричневой чумы фашизма. Но в Белоруссии это ценят и помнят. И мы никогда это не забудем. Руководство страны и города приняли участие в митинге «Реквиеме» у монумента «Врата памяти». В скорбный день там возложили цветы. 41-й год. Только что отзвенели последние звонки, и ребята встречали рассвет. И уже в 5 утра им объявили, что началась война. Только зашла рожь, пшеница на наших полях. И тут по ним пошли немецкие танки, которые давили детей, стариков, женщин. Ради чего? Непонятно. И мы живем с этим уже 80 лет. Мы такой народ, который прощает, но все помнит. Люди помнили о том, что было раньше, не забывали тех, кто нас спасал. Живем на этой земле. Благодаря им. Нужно больше взаимопонимания между людьми. 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны прошла республиканская минута молчания. В полдень все белорусы отвлеклись от своих дел и вспоминали о великом подвиге. Не могли не принять участие именно вот в минуте молчания. Память о начале Великой Отечественной войны, о жертвах войны и о том геноциде белорусского народа, который фашистские оккупанты провели в годы Великой Отечественной войны. На этой неделе был дан старт культурно-патриотической акции «Календарь памяти». Это уникальный проект, который не позволит забыть об ужасах войны. Ежедневно до 3 июля горожане перелистывают импровизированный календарь и узнают о событиях Великой Отечественной войны. Мы – наследники победы. Мы общались с нашими бабушками, дедушками, непосредственными участниками этих событий. И сейчас свидетели. Ветераны Великой Отечественной уже уходят. Роль вот нашего поколения и транслировать всю историческую правду о событиях Великой Отечественной войны, для того, чтобы не допустить факта переписывания истории. Одна из главных военных кинокартин Беларуси. В кинотеатре «Беларусь» прошел показ фильма «Иди и смотри». На творческой встрече были представлены кадры со съемочной площадки. Со зрителями пообщалась наш корреспондент Полина Макей. Мы немножечко охладели ко всему. Ну, старшее поколение, она действительно ценит и так далее. Молодежь надо готовить, надо учить тому, чтобы они любили родину и любили
свою землю. Это без слез смотреть невозможно. Это нисколько не развлекательный фильм совершенно. Это просто его вдумчиво смотришь, осмысливаешь все происходящее тогда и сегодня. 22 по 25 июня в Минске проходила первая международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2022». На ней можно было увидеть много интересного. О чем там было, смотрите в нашем сюжете. Я сегодня выступала. Я знаю, что МЧС спасает людей от всяких неприятностей. Если случился пожар, тогда надо звонить 101 или 112. В будущем я хочу стать пропагандистом. Я буду учить детей жить безопасно. Совсем скоро Беларусь будет отмечать День независимости. К этой дате в Парке Победы откроют мемориал «Живая память благодарных поколений». В основе памятника сплав из более чем 130 тысяч советских монет. Было радостно, когда мы получали огромный отклик, когда по школам стали собираться эти монетки, когда в наш фонд стали передаваться эти узелки и фотографии с радостными лицами детей. Мы сначала всем классом 2-го, а и не только, вышли и начали искать, и нашли монеты эти. Пока маленькие минчане собирали монеты, взрослые беседовали со столичными властями. Разговор на равных прошел в Национальной библиотеке, где каждый мог спросить о том, что его волнует. Сегодняшняя площадка – это диалог уже тех выпускников, которые с завтрашнего дня вступят в взрослую самостоятельную жизнь, приступят к трудоустройству. Конечно, у них тоже есть определенные вопросы. Может быть, это будут и какие-то пожелания. Доброта есть в сердце каждого из нас, даже с виду самого серьезного и сурового. Минское братство бородачей занимается благотворительностью. Полина Макей узнала, как брутальные парни помогают малышам из детского дома и братьям нашим меньшим. Первый же мой выезд практически с братством был в Борисовский дом ребенка. Собрали там конфет, там всякого по мелочи, и поехали туда. То, что я увидел, то есть тяжеловато было, потом где-то неделю, наверное, отходил. То есть тот же домик спасенных душ, мы очень часто туда ездим, то есть помогаем, приют для животных, там котики, собачки. Четко уверился в том, что братство – это, наверное, лучшее, что куда можно было попасть. По городу на доске. На этой неделе свой праздник отметили скейтеры. Международный день скейтбординга в столице проходили захватывающие соревнования. Любителям острых ощущений не помешал даже дождь. Я катаюсь на скейтборде, наверное, 13 или 14 лет. В этот праздник собирается весь Минск. Когда я загружен там работой, семьей и так далее, я могу пойти покататься на скейте, отвлечься от всего, получить удовольствие, успокоение души. Пока одни минчане катались на доске, другие сели на коврики. В центре Минска состоялся Международный день йоги. Разные асаны опробовала на себе Дарья Нищедим. Когда я приехал в Беларусь около года назад, я был действительно удивлен этим огромным интересом, который беларусы проявляют к Индии, индийской культуре, музыке, кино и, конечно, к йоге. Ждала этого дня с нетерпением. Вот мне здесь все так нравится, поэтому я, конечно, счастлива. У меня, например, это все пришло от мамы. Мама очень любит. Пришла любовь от нее к Индии. Перед завтраком, мой друг, надо сделать один круг. На стадионе «Динамо» прошел челлендж. Активная молодежь вышла на народную зарядку. Очень интересно, весело. И я думаю, надо такое делать чаще. Идея очень хорошая, но мы, в принципе, так каждое утро и начинаем. В 6 утра подъем, встали сразу же на зарядку. Прожить одну жизнь, спасти тысячи. В пятницу состоялась торжественная церемония выпуска офицеров Академии МВД на площади государственного флага, а также специалистов Университета гражданской защиты МЧС. Труд спасателей и сотрудников органов внутренних дел особенно значим. Ведь именно от их службы зависит безопасность и жизнь людей. От присяги до выпуска проходит 4 года. За эти 4 года наши ребята набираются практического опыта. Расставаться всегда с нашими вчерашними курсантами, сегодняшними офицерами для нас значимо и тяжело. Но я уверен, по долгу нашей деятельности мы будем еще не раз встречаться.
«Миру сыр». Под таким названием начал свою работу необычный фестиваль в Ботаническом саду. Там можно и продегустировать продукт, и принять участие в мастер-классах. Иначе говоря, планы на выходные для любителей сыров обеспечены. Мне очень желтый понравился. Я вот взяла даже второй кусочек попробовать, еще раз распробовать. А красный, кто любит, конечно, чуть-чуть с перчиком, замечательно. Летний вечер – это особенное время, когда еще есть свет дня, но уже ощутима вечерняя прохлада. Идеально его провести можно, слушая живую музыку. В Белгосфилармонии уже более 25 лет существует уникальный проект – музыкальная гостиная. Проект пользуется всегда и популярностью, и любовью. Просто всегда всем интересно, все знают, что музыкальная гостиная всегда показывает нечто особенное. Ощущение полета от того, что та волна любви – к музыке и к зрителю мы ее посылаем и получаем ответную волну. Вот тогда это и есть тот счастливый концерт, и тогда как раз рождается вдохновение. Наслаждаться музыкой можно не только в Белгосфилармонии. На выходных по классике отправляемся в Верхний город. Веганский гастрофест продлится до 29 июня. Успейте посетить. Ну а кому нужно прикупить купальник к отпуску, вперед на OpenShkaf. А затем поближе к воде. Погода это позволит. Хороших вам выходных и до встречи на нашем YouTube-канале.